Так, ну давай я прокачаю сцепление. Все, поехали. Посмотрим, как в горах она себя ведет. Сейчас поедем. Здесь-то как раз в горах-то и нужно нам переворачиваться, по-всякому. Вот. Другой вопрос. Мне сейчас нужно куча денежек, чтобы мы эту тачку мы прокачивали. А прокачивать я постараюсь каждый день. Каждый день буду прокачивать. Ребята, смотрите ролики каждый день. Тачку я буду прокачивать, она все у меня будет круче и круче, быстрее и быстрее ехать. Во, видал? Перевернулась. Круто. Прикольно. Видишь, как она? Ну, в принципе, меняется она быстро. Но когда ты ее максимально прокачаешь, то она будет за секунду, за миллисекунду меняться, трансформироваться. Да, теперь у меня стоит вопрос, где мне взять на нее магнитик. Открывать надо будет нам сундуки. Чтобы магнит выпал. Это будет вообще классно. С магнитиком. Тогда точно я не пропущу ни одной монетки. Опа, смотри, хоп, видишь, трансформируется. Старается. Чтобы не разбиться. Если бы еще защиту вот эту можно было прокачать, знаешь? Чтобы она была, например, титановая какая-нибудь. Титан, это же металл, он получается, или сплав титан. Нет, это кажется металл. Такой. Он очень прочный. Титановые двигатели там всякие, ну не знаю, что там из титана делают. Давай, 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 давай. Опа, трансформируйся. Молодец. Если бы еще вот клиренс вот этот был больше. Чтобы уже конкретно башкой нигде нельзя было стукнуться. Это было бы интересней. Но все равно у нее есть проблемка такая. Что можно стукнуться все равно. Такая тачка. А что у нас по бензину? Ну, бензина в принципе нормально. Так, опа, заехать не могу. Нифига себе. Ну давай с этой стороны попробуем заехать. О, это быстрее сторона работает, нифига себе. Интересная фишка. С перевернутым она как бы проезжает лучше. Такие труднодоступные места. Так. Бензинчик. Ну да, прокачивать надо тачку. Опа! Трансформировались и едем дальше. Круто. У меня как раз зомбика я открывал. Как раз зомбик ездит на машинке. Все. Давай. Немножечко ускоряемся. Мне нужно много алмазов еще. Так, три минутки едем. Сейчас будем трансформироваться. Сейчас где-нибудь в пещере, вот смотри. Видишь, не могу я показать сильскому эту трансформацию лучше. Потому что скорость маленькая. Но трансформируется. В разные стороны. Вот такая вот новая тачка. Классная, мне нравится. Ребята, ставьте лайк, кому нравится тоже тачка эта. И кто хотел бы ее открыть. Или кто уже, может быть, открыл эту машинку. Пишите комментарии. Как вам тачка? В принципе, она недорого стоит, 50 тысяч монеток. Но копить можно столько монет, без проблем. Но она вообще прикольная. Слушай, она должна быть у каждого в гараже. Эта машинка. Ну, еще бы пожарную машинку бы открыли, сделали бы разработчики. Кто-то мне писал, что будет пожарная машинка. Ну, видишь, нет.
Ого, смотри, как мы разбились. Просто-напросто упали и перевернулись и разбились. Так, давайте проверим, как вертушка. Вертушка будет ездить в зимнем режиме. Так, у нас, правда, нет никаких защитных колесиков. Колесиков нету. Которые протекторы такие вот, как у меня у багги. Да, а кстати, тачка очень даже похожа на багги. Только она больше, да, в размере. Вот смотри, сравнивать. Вот багги едет у нас спереди. Сейчас попробуем обогнать багги. Получится это или нет. Сейчас посмотрим. И сравним. Размер, да, смотри, какой размер. Вертушка намного больше багги. Багги кажется прям маленькой такой машинкой. Так, вот удобно, что переворачиваемся. Так. Ну, скорость все равно слабенькая, слабенькая. Надо прокачивать тачку. Вот размер какой, да, можно сравнить. Багги и вертушка. Она раза в полтора больше. Или даже раза в два. Попробуем догнать. Нет, не, вот очень быстро едет. Опа, вот смотри, багги, да? Сейчас мы сравним. Угу. Багги прям кажется вообще детской какой-то игрушечкой, ну и машинкой. Так, а у нас двойные монетки. Сейчас будем собирать. Ну, опять же, как я и говорил, что без магнитика собирать монетки очень тяжело. Они не прилипают. Поэтому надо будет... Приходится аккуратно ехать, чтобы машинкой собирать. Да. Ну а по скорости можно так сравнить со средней прокачанной багги-машинкой. Причем что мы вертушку практически не прокачивали. О, видишь, как она срабатывает. Защита. Опа, перевернулись. И нам защита помогает. Вот это вот, чтобы нам не врезаться в стену. Видишь, как колеса поднимаются. Срабатывает. Вот это прям классно, классно, смотри. Опа, перевернулись. И едем дальше. Так, ну так, конечно, опасно ехать. Все равно можно башкой стукнуться об какой-нибудь выступ. Вот, видишь, я сейчас стукнулся, но пока защита не сломалась. Да, можно дальше ехать. И давайте немножко здесь... А, знаешь что, я решил, подумал, надо будет с соперниками потренироваться, поездить. В командных событиях. Вот все, разбились мы, и сейчас мы проверим это. Давайте поиграем в закупки. Берем нашу вертушку. Вот, они вертушку поставили между монстр-траком и супердизелем. Угу, интересно. Так, по деталькам ничего нету. Так, ладно, давай прокачаем немножко этот самый мотор. Поехали. Так, едем. Ага. Так, никто пока на вертушках не ездит, прикинь. Только я один. Ладно. Так, ну смотри, в принципе, неплохо таки едем. Первое место, считай. Да. Победа, победа победителей. Первое место. Так, давай далее. Сейчас посмотрим. Разгоняемся. И сейчас посмотрим, кто первый приедет. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Пока что мы едем первые на вертушке. Да, мы, наверное, первое место займем. Первая позиция. Рекорд вертушка. Да, вертушка. Машинка, у нас вертушка. Так, и третий заезд. Сейчас мы должны
По идее, тоже первое место занять. Ага, смотри, тут все на баги ездят, да, в основном? На баги. У меня тоже практически баги. Но она круче, вертушка. Если бы она еще быстрее ехала бы, нет? Давай. И первое место, первая позиция мы занимаем. Так, итого. Угу. Вот так они сделали. Первое место, второе, третье. То же самое обновление. Так вот, второе место, что-то чувак лучше, как сказать тебе, радуется, чем я на первом месте. Интересно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Может быть, здесь что-нибудь для вертушки есть? Нет, для вертушки ничего не положили.